Любимая ваша халявная рубрика «Тафель». Так, что сегодня нам дали в тафеле? Ну, скажу сразу. Наборы такие слабенькие, не очень. Ну, покажу сейчас. Ничего такого существенного. Как бы так. Как я люблю. Красной рыбы не было, икры не было. Икры не было, красной рыбы не было. Мяса не было, уток не было. Ну, в общем, ничего такого деликатесного не дали. В общем, вот такие вот колбаски дали. Вот, бачите? Это из дорогих, колбаса дорогая. У меня сырокопченая. Да, такая была на отделе. Так, бананы. Вот ветка такая большая, черная. Надо их с ними что-то сразу сделать будет. Огурчик. Буду показывать сразу все вместе, уже не знаю, поперепутала я чуть-чуть. Морковочка. О, еще один бананчик. Бананы надо сразу что-то. Вот, морковочки. Сегодня дали. Богато. Перчик. Вот это вкусный перчик. Капуста. Пекинская. Есть такое. Так, здесь что? Здесь такое моцарелла, наверное. Сыр. Да, моцарелла вот написано, вижу. Вот, сыр моцарелла. Потом такая вот намазка. Это, наверное, яйца, лук там. Такая вот. Она невкусная, но сильно много добавлено в нее все же уксуса. Я, понятное дело, что везде уксус добавляют, но это слишком, слишком много. Для моего желудка это слишком много. Так, ну вот такой вот йогурт. Йогурт тоже намазка такая, как шоколадный пудинг, короче, вот так я бы сказала. Десерт. Десерт, да. Вот, десерт. Хороший. Теперь вот такой соус. Угу, помидор. Болоньезе. Вот баночка, я не знаю, до какого она. Вот это. Сейчас даже посмотрю. Ой, написано 2010-го. До 1.07.2010-го. Это как понимать, я не понимаю. Это 12 лет она где-то хранилась. Да, я посмотрю. Ну, ты серьезно? Поставь. А? Так, а что это и правда 10-й месяц? А что это и правда 10-й месяц? Для изготовления не может быть. Ну как оно может изготовляться? И что, 12 лет хранится? Татуш. Не знаю. Да, наверное, дать изготовление. Гляньте, сейчас мне не поверят, скажут, нет, не может быть. Вот, гляньте. Вот, сами гляньте. Йогурт, био-йогурт такой. Масло сливочное. Так. Теперь картошечка. Я думала, что это грибочки. Картошечка. Сырая же картошечка? Ну, конечно. Био, да. Можно сварить. Печенька. Это печенька кому дали? Тебе. Мне? Да. Печенье. Это твой пакет был. Я не видел. Вот такой кекс вкусный. Мне же давали кекс. Он с изюмом такой вкусный. Угу. Помидорок. Черри. Морковка. И йогурт. Но йогурт это не дали, это так йогурт и выставили. Вот. А ну да, я посмотрю срок йогурта. Или а вот тут написано. 21.11.22. А, вчерашним днем. Это уже вчера кончился, да? Угу. Такой йогурт. Дальше. Еще. Что? Хлебушек. Вот такой. Это с высипками. Тут такой вкусный-вкусный хлеб. Я же вам говорила, что они... Хлеб вообще бомбовский.
батончик такой. Чебата. Какая это не чебата? Ой, чебата. Вот еще свисивканный хлеб. И тут вот она чебата. Это чебата очень вкусная. Так можно вот ее намазать майонезом, сыром и положить в духовку. Так, вот колбаску. Это Лариса, по-моему, давали. Колбаска. И тут какой-то... Я ее зря взяла, а потом думаю, надо было положить этот. Все равно мы ее не съедим. Вот это? Ну да. А что это? Ну, салат. Салат. Можно сейчас открыть, сделать. Моцарелла есть. Помидоры. А можно... Огурец же есть. Зачем моцарелла? О, точно, мы сейчас салат у нас кричим. А? Я не буду крошить. Ты крыши. Я крышу. Так. Какие-то вот сладости. Шоколадные. Дальше. Огурец. У нас еще, по-моему, огурец есть. О, такая вот. Опять я забываю. Черника вот эта вот. У нас еще осталось из того раза. Виноград. Йогурт вот такой. Перчик. Вкусно, я вам говорила. Теперь, о, такие вот палочки соленые. У нас еще одни такие есть. У нас еще есть одни, да. После похмелья, да? Какие-то булочки. Это вкусные булочки. Да. Надо открыть один майонез, пока его не снесли. Йогурт, я зачем тебе майонез? А, ну, йогурт, ты же булочки не намажешь. Так, этот... Бананы. Макароны. Мы варили макароны, кстати, отличные. Помидорки. Еще перчик. Редиска. Яблочки. Морковочка. Тоже вот десерт. Еще два десерта. Опять булочки. Это булочки. Не знаю, с чем-то, наверное. Это два сыра. Таких. Нормально вкусно. И две апельсинки. А мне масло не дали? Не. Ну и здесь больше. О, опять булочки. Смотрите, сколько у нас хлеба. Два яблочка. Это так мы все в общем. Это твои? Мои, да. Тоже редиски. Перчик. Мандаринка. Йогурт, перчик, две апельсинки, так, яблочко, еще одна апельсинка, так, и тут что, так, три мандаринки и лимончик, ну, набор хороший, мало только... Как сказать, колбасных изделий. Че, тебе копчененькие колбаски, мне там вот ту эту колбаску дали. Да. Но это не то, что мы там говорим, правда, люди говорили, ой, скудные наборы, скудные. Мы там разговаривали за учебу с людьми. Это, ой, сегодня такие скудные, я вот на дорогу потратила 3,60 обратно. Говорю, что вы не берете билет на целый день? Так все равно дешевле выходит. Ну, то еще мясного мало. И масло мне не дали. И масло мне не дали. Не обеднели бы, могли бы и дать. Ну, в общем, так вот. Потихоньку, ну, на неделю у нас есть там с Ларисой колбаски. У нас еще с Ларисой со вчерашнего дня отварен рис.
по пакетику. Мы, наверное, колбаски поджарим. Колбаски у нас у тебя белые есть. Белые, да. И с рисиком поедим. Потом надо... А еще холодец. А, еще и холодец. Но это не холодец, это я вывернула, ну, то есть я сварила голяшки и положила их в миску. Я не знаю, во-первых, с чего вы берете, что это миски собачьи? Что вы за люди? Что вы жрете? Вот вы жрете, а я кушаю, это во-первых. Что вы готовите? Это миски хорошие. Не вмесить в них тесто для пищевых продуктов. Это во-первых. Во-вторых, это даже если я ем с миски собачьей, это личное мое дело. Хочу ем с миски собачьей. Хочу это собачьей. Личный наш пес. Да. Пес, ты наш личный? Моя красавица маленькая. Ух ты, боже. Поэтому что хочу, то и делаю. Что хочу, то и буду. Это никого не касается. Так что не надо. Меня вот ваши жалости, ваши какие-то, уже говорила, советы мне не нужны. Я не нуждаюсь в ваших советах. И все. Все просто и логично. Так что советы, что вы мне говорите, чтобы я тачки брала в этих самых магазинах, то еще что-нибудь. Вот эти глупости, я даже не хочу даже в них вообще вникать. Вот, это во-вторых. Что хочу, то и делаю. Моя жизнь. Мне не надо жалеть. А то всем вам жалко, всем вы жалеете, то за вес, то еще за что-нибудь. Что хочу, то и буду есть. Сколько хочу, столько и буду есть. Вы меня не кормите, не будете. Мы налоги платим, а ты жрешь на эти налоги. Вы налоги платите, потому что вы живете в стране и по этим законам. В цивилизованной стране живете. Вот, именно, в европейской. Поэтому по закону этой страны вы должны, обязаны платить налоги. Все. Откуда они идут, распределяют ваши налоги, это вы должны спрашивать у своего правительства. Никак не у меня. Понятно? Так что вы меня конкретно никто не поете и не кормите. Вот так вот. Так, в общем, вот такой наборчик. Все, сейчас мы это все распределим. Не знаю, мы, наверное, сначала покушаем, а потом покупаем тигрулю уже и маму лялю с батоном. В общем, как-то так. Все. Вот такие пироги. Все. Репортаж на сегодня закончен, а я вам сейчас сделаю обзор.